Раз в пару-тройку лет выходит игра, которая построена на выполнении действий под ритм музыки. Guitar Hero 2005 год, Osu 2007 год, Audio Surf 2015, Beat Saber 2018, PM Bullets Per Minute 2020 год. И еще кучу игр, такие как Tap Tap на мобильное устройство, игра про племя, где нужно было идти под бит и напевать песню Tap Tap Tapatun. И наконец, MMORPG игра Парапа Город Танцев. Всех их объединяет крайне простой и понятный геймплей, ловкость одухотворенных пальчиков и никакого обмана. И вот 2023 год. Среди всего игрового шума между Хогвартсом, Атомиком, Звездными войнами, никому не говоря, что разрабатывается новая ритм-игра под девизом «Тише едешь, дальше будешь», игра Hi-Fi Rush, разработанная японской студией и выпускаемая под эгидой Bethesda. А наш магазин Tap & Play продает игры каждый день, которые недоступны в России, как для ПК-боярь, так и для консольщиков, а также подписки на различные сервисы. Наша служба поддержки пользователей поможет вам с выбором игры, ответит на все вопросы и в кратчайшие сроки обработает заказ, чтобы игра вашей мечты как можно скорее появилась у вас. Покупать игры легко вместе с Tap & Play. Давайте разберемся, что скрывается за игрой Hi-Fi Rush и почему она набрала столь высокие оценки в Steam, 98 положительных отзывов, 9,1 на Metacritic, а некоторые пророчат ей стать лучшей игрой 2023 года. И поэтому зададим вопрос, верим им или нет. Разработкой игры занимается студия Tango Gameworks, которая известна тем, что любит выпускать ужастики. Им принадлежат такие проекты, как Evil Within, Ghostwire Tokyo, а главе студии Синдзи Миками такие громкие тайтлы, как Resident Evil, Devil May Cry. Видимо, насытившись вдоволь темными играми, ребята решили отдохнуть и вперед за мультипликацию. Что из этого получилось, давайте разберем дальше. Главный герой Чай, желающий стать легендой поп-панка, подает заявку в местную корпорацию Armstrong, занимающуюся установкой кибернетических протезов. Чай в предвкушении взять гитару и вдарить рок в этой дыре, однако операция прошла куда неожиданнее, чем она была запланирована. Прямо в самую душу главного героя вставили музыкальный плеер, который позволит чувствовать бит всем телом. Корпорации Armstrong это не понравилось, поскольку, как оказалось, у нее есть планы по захвату разума всех людей и вмиг отправила всех своих роботов на охоту за Чаем. И как всегда, главный герой должен разобраться с грязными делишками и спасти мир от разрушения, консультируясь со своими корешами-помощниками из игры. Насколько вы поняли, сюжет до банальности прост. Да и в целом все игры про такт музыки простые, и главная задача заставить не уснуть игрока, как это ни странно, под музыку. И с этой задачей разработчики справились, как по мне, хорошо. Каждая новая локация обладает своим уникальным треком, темпом, тональностью. Насыщение текущего трека происходит за счет выполнения действий игрока. Прыжки, удары, увороты. Все они отвечают за то, чтобы вы не забывали про особенность. Это ритм игра. В игре буквально все пропитано музыкой. Все стены, жидкости, предметы и даже враги. Все они бегают, прыгают, двигаются под музыку. Поначалу кажется, что они хотят помочь вам почувствовать ритм и выглядят крайне безобидно. До тех пор, пока они не нападут на вас и вам не придется защищаться от атак, ставя блок или уворачиваясь, чтобы не потерять здоровье, но самое главное не потерять такт музыки. Чтобы вы понимали, насколько глубоко игра пропитана своим жанром, что даже обычная ходьба героя напоминает метроном и отсчитывает те самые заветные 140-160 ударов в минуту. И именно на попадание в такт построена боевая система. Наш герой постоянно наносит удары. За четкое попадание в бит игрок получает очки. Удары с каждым разом становятся сильнее и сильнее за счет попадания в бит. А если выполнить цепочку из 100% попадания в бит, то игра предложит вам нанести сокрушающий удар. Главное вовремя нажать кнопку атаки, когда кружки совпадут. Затем игра преподносит вам возможность призыва напарников, обладающие разными функциями. Отбивание врага или выполнение специальной механики боссов – это особый мини-квест в драке, который имеет несколько вариантов. К примеру, боссы готовятся нанести сокрушающий удар, а перед этим показывают игроку специальную плашку сверху, а молнии, отображающиеся на ней, показывают, сколько раз вам надо нажать кнопку блок, чтобы успешно заблокировать все атаки. Ну и сами вы сможете нанести сокрушающие удары, сыграв аккорды на вашей мультигитаре. К
Кстати говоря, почти каждый босс имеет несколько стадий прохождения, которые четко показываются на хп-баре. Каждая стадия символизирует начало новых атак и анимаций босса, как визуально, так и сменой атакующих способностей. Oh, this is entertaining. Let's raise the stakes and turn down the lights. Что касается ваших помощников, то и они также помогают вам драться под ритм игры. А что особенно приятно, они всегда поддерживают вас советом в драке. Кстати говоря о разговорах, несмотря на то, что дизайн выполнен в анимационном стиле и можно подумать, что эта игра исключительно для детей, то об этом можно не беспокоиться. Пошлого юмора, конечно же, нет, но добрый и милый присутствует. И вообще, разговоры построены удивительно живыми, а выражение эмоций на лицах вызывает приятное удивление, что так сильно разработчики включились в проект. Впрочем, неудивительно, ведь это эксклюзив для зеленых консолей, но также игру можно купить в Стиме. Бродя по локациям, вы встречаете много тайных комнат, в которые вы сможете попасть, найдя пасхалки в игре. Одна из самых крутых пасхалок появляется в самом конце игры. Это я намекаю, чтобы не спойлерить. Которая открывает вам расширенные возможности игры, так что проходите игру полностью и находите все пасхалки. Единственное, что могу сказать, что на одном прохождении игра не заканчивается. Ее придется проходить снова и снова. Реинкарнация в мультяшном представлении. Сказать, что игра будет лучше по итогу 2023 года, не могу. Сказать, что попадет в топ-10, вполне вероятно. Сказать, что игра обязательна к покупке, наверное, только в первую очередь, если увидеть ее на распродаже. Цена, конечно, и сейчас приятная за такой качественный продукт, но все-таки думаю, что игра не стоит свеч. Вы зададите вопрос, почему я рассказывал только про положительные стороны игры, а вывод сделал такой, что игра не стоит свеч. Ответ очевиден, что есть крайне большая вероятность потухнуть в игре, если она не оправдает ваши ожидания. Ведь это не Хогвартс Легаси, который вернет вас в те воспоминания о магии и волшебстве. Да, она может напомнить вам молодые годы, когда почти каждый из вас хотел стать супер-рок-поп-музыкантом, и треки Sum 41, Blink 182 и Люстра с Harry Doesn't Know играли на репите до талого, но надолго ли? А еще возможно, что именно эта игра станет заменой тем, кому не нравится Atomic Heart. Тут вам и динамика сражений, и интересные умения, и бой в разных плоскостях. Надеюсь, что вы сможете определиться. А купить игру можно в нашем магазине Tap & Play. Ссылка в описании, и всем удачи!